is here. Skurdai in three, looking also very strong. Is it going to be a massive surprise by Skurdai? Yes, it is! A new European junior record! Новый рекорд Европы по плаванию – 56,21 секунды. Одна из самых ярких спортивных новостей ушедшего года. Рекорд принадлежит 17-летней пловчихе из Бреста Анастасии Шкурдай. Это для меня было небольшой сенсацией. В принципе, довольна результатом. Это, наверное, пока что за всю мою карьеру самое яркое соревнование. Эта победа стала еще одним шагом к цели каждого спортсмена – Олимпийским играм. Настя уже получила свою лицензию на участие в составе сборной Беларуси на Олимпиаде в Токио и активно к ней готовится. Так что каждый день у юной пловчихи расписан буквально по минутам. Выходной только воскресенье, все остальные дни абсолютно заняты тренировкой, подготовкой. Дальше уже будет гораздо сложнее, потому что планируется большое количество сборов и большое количество стартов. Сейчас Настя 11-классница и параллельно с подготовкой к Олимпиаде заканчивает школу. Признается, совмещать сложно, но все же удается. Сейчас от тебя ждут очень серьезных таких результатов. Это пугает или наоборот вдохновляет? Я никогда не обращаю внимания на мнение людей, посторонних мне. Они могут ожидать от меня, чего хотят, и мне это не очень важно. Я просто делаю свою работу каждый день в бассейне, а то, что получится на Олимпиаде, мы все вместе увидим. Когда узнала, что поедешь на Олимпиаду, какие у тебя эмоции были? Я была очень довольна, потому что тренер где-то за полгода до выявления нормативов уже говорила о том, что надо будет отбираться. И когда я только увидела временные нормативы, я думала, что проплыть в моем возрасте пока что невозможно. А в итоге получилось сделать невозможное. И это стало приятной неожиданностью и для самой Насти, и для ее тренера. Да, на тот момент было много положительных эмоций. Ну а сейчас больше ответственности, потому что хочется не просто туда съездить, хочется действительно как-то достойно представить страну. И сейчас уже другие чувства абсолютно смешанные. В общей сложности медалей с соревнований разного уровня у Анастасии уже больше сотни. Будем надеяться, что скоро ее копилку пополнит и первое олимпийское золото.